что, охуели, блядь? Да, серьезное занятие. Очень. Всю неделю ждал, блядь. Да, блядь, я месяц ждал. Ебать, это интро, блядь. Месяц ждал. Месяц ждал, чтобы нажраться, блядь. Три дня жрали, блядь. Вася нахуячился. Вася. Василий. Карандаш накурился, блядь. Да. Ну что там такое-то? Ну ты говори, когда пойдет за... Да, минусок, конечно, еще то. Надо раздобыть себе пушку. Жить стало трудно без пушки. Я гангстер, мать твою. Я гангстер, мать твою. Рада, блять, пушку. Жить стало трудно без пушки. Я гангстер, мать твою. Со мной не связывайся, а то убью. Когда гуляем мы с подружкой, возникают мысли не о сексе, а о том, как трудно быть без пушки. Ведь если нападут хулиганы, я не знаю ни одного приема. Трудно дать отпор без гана, полыны или пистолета. Его достану, ублюдки, что вы скажете на это? А you gangsterista? Я гангстер, мать твою, со мной не связывайся, а то убью. Мерзкий тип, слышишь мое имя, значит влип. Снимайте клип, в данном положении я господин. Мой пистолет бисексуален, он может поиметь как женщин, так и мужчин. Надо раздобыть себе пушку. Жить стало трудно без пушки. Are you gangster, mister? Я гангстер, мать твою. Я гангстер, мать твою, а себе пушку. Жить стало трудно без пушки. Are you gangster, mister? Я гангстер, мать твою, со мной не связывайся, а то убью. Блядь, что надо пару схлоп, надо сказать, пора, давай хлоп. Да ладно, хуйня. Знаешь, хлоп неожиданно. Вот, так и оставим, короче. А, сказал, хлопать. Все. Булка, блядь, хлопать, блядь. Арбитр Костахановский.